классный по-прежнему денечек. Я думаю, что на море все-таки у нас опять штормит, поэтому вряд ли сегодня есть смысл ехать купаться. Снимаю для вас видеообзоры недвижимости. Вот. И очень много сейчас мне также спрашивают про инвестиции, да, то есть люди интересуются, куда можно вложить деньги, как заработать. Уже много уже обзоров про это делал и рассказывал. Яркий пример у меня есть на личном опыте. Я с вами делился, что в жилом комплексе «Богатырь» покупал, что купил по акции в «Адлере», даже покупал на этапе просто рассветов, жилой комплекс «Рассвет». Вот, и сейчас у меня новый проект, я в новый жилой комплекс, который я не освещаю, вложился, вот, и тоже на этапе строительства. Очень много есть разных тонкостей, чтобы, понимаете, изучить сферу вложений, надо понимать, что, допустим, на этапе котлована, когда вы вкладываете, это определенный срок, то есть, да, там, выискивать, но больше маржа есть. Допустим, на этапе уже возведенного дома, там уже другая маржа. И вот какую-то золотую середину в нужное время, когда вложить, тут надо, конечно, иметь опыт. И вот этот опыт у меня, конечно, он есть. Ранее я всегда делился с вами, но я понял, что этого делать просто не надо. Почему? Потому что мой канал смотрят другие риэлторы и по моему примеру начинают также действовать, да, то есть получается, я делюсь бесплатно своими навыками, своими знаниями, определить, куда лучше заинвестировать, и люди зарабатывают, и получается это бесплатно. Но это все равно, что сказать, что завтра черный вторник будет, ребята, покупайте баксы и просто это сделать как бесплатно, да, то есть, ну, такого не бывает, поэтому это ценная информация, друзья, есть куда вкладывать деньги, есть на чем сэкономить, вот, не все инвестиционные предложения, которые вам показывают, действительно интересны, поэтому те объекты, которые действительно интересны, на которых можно заработать, я их просто не показываю, потому что, ну, уже считаю, наилучшим способом это убедить человека, когда вот он приезжает, когда мы с ним встречаемся, когда он с деньгами, и я реально показываю проект для того, чтобы человек уже услышал. Не хочу этих обсуждений, не хочу, чтобы считали мои деньги, это просто уже надоело. Я говорю, несколько примеров я ярких привел, эти примеры показали маржинальность, показали действительно эффективность, я научился на этом, не похвалюсь, ничего не говорю, просто предупреждаю, что если вы меня спрашиваете про какие-то инвестиционные варианты, чтобы я это высказал вам в каких-то комментариях, либо просто там по телефону, то, друзья, я этого делать уже не буду, я на инвестициях хорошо зарабатываю, и это стоит денег. Если хотите заработать, приезжайте с деньгами, я вам помогу вложиться, может быть, даже вместе со мной, куда я вкладываюсь. Вот, так что, друзья, следите за всеми видео, следите за каждой точкой зрения, сравнивайте объекты, которые находятся именно в том месте, когда вам говорят инвестиции, то есть сравнивайте конкретно, сколько стоят сданные дома, сколько стоят уже возведенные. Ну, это можно даже самим научиться, просто кому-то это лень, у кого-то на это времени нет. Ну, а я повторюсь, я просто не хочу ценной информации делиться с другими специалистами, которые, кстати говоря, в некоторых случаях вас обманывают с этими инвестициями. И происходит потом нестандартная ситуация, когда начинают мне звонить и говорит, помогите продать, понимаете? Как вам помогите продать? Вы кому обращались? Кто ваш был специалист? Кто обещал вам, что у вас будут инвестиции? Вот, пожалуйста, к этому специалисту дальше обращайтесь, чтобы он вам помог продать. Ведь он же вам обещал это сделать, понимаете? А те мои клиенты, которые заинвестировали вместе со мной, естественно, у них неплохой, уже есть результат, уже стоимость квадратного метра подорожала в их комплексах. В принципе, люди довольны, и до сих пор мы общаемся. Так что, друзья, если тему об инвестициях на моем канале, именно ярких примеров я уже показывать не буду. Это, я думаю, что информация стоит денег.
самом деле это не жадность, просто не хочу, чтобы меня обсуждали и протягивать, так сказать, лентяев, которые не хотят головой думать, в какой комплекс действительно может дать какую-то маржу, а какой нет. Тем более есть специалисты, которые у нас и не первый год здесь работают, а и по 5 лет работают, и больше, но я чувствую, их заносят лишь бы продать, и сами у них опыт инвестирования никакой. Поэтому приглядывайтесь, выбирайте себе именно того специалиста, с которым вам будет комфортнее работать. Вот. Ну и всем своим коллегам желаю удачи, вот, и всем своим зрителям. Пишите, звоните, если вам необходима информация о каких-то жилых комплексах. Вот. И оставайтесь с нами, ставьте лайк, поддерживайте наш канал, он хорошо развивается. Мы и дальше будем вас радовать интересными моментами о жизни, о жилых каких-то комплексах. И вы увидите скоро много-много всякого интересного. Все, всем пока.